Одесские зоозащитники вышли на митинг в поддержку законопроекта, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за живодерство. Сейчас в Украине действует статья, которая предполагает наказание до 2 лет тюрьмы. Согласно новому законопроекту, мучителям животных грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Также он запрещает создание и функционирование передвижных зверинцев, в том числе и цирков с животными. За последние 10 лет в Украине было заведено 111 уголовных дел. Из них дошли до суда 10 уголовных дел, приговоров было 3. Двое отпущены под амнистию. Это не наказание. Вот отсутствие наказания поразило эту жестокость. Единственное требование сегодня акции к президенту – подписать как можно скорее законопроект, который лежит у него над подписью и станет законом после его подписи, об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Активисты направили обращение к президенту Украины с просьбой побыстрее подписать законопроект. Это шаг к тому, что мы завтра будем ходить безопасно по улицам. В первую очередь мы люди, наши дети. Потому что человек, способный причинить вред животному, который равнодушен к его страданиям, ну, мне кажется, такие люди опасны для общества, потому что от них всего можно ожидать. Отмечу, последней каплей для одесских зоозащитников стал недавний случай на улице Средней. Тогда отец, чтобы проучить свою дочь-подростка, за опоздание выбросил с 13-го этажа котенка.